Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить венгерский рыбный суп халасли. Готовится он, как правило, из речной рыбы, но мы немного усовершенствуем этот рецепт и попробуем приготовить из обычного набора для ухи. Ставим его варить, чтобы получить хороший рыбный бульон. А пока рыба варится, подготовим овощи. Нужно порезать помидоры, болгарский перец, лук и морковь. Рыба сварилась, я ее из бульона вынула, а бульон процедила. Теперь в бульон отправляются наши овощи, пару столовых ложек паприки. Также добавим столовую ложку томатной пасты. Для любителей поострее можно добавить красный острый перчик. И будем варить до готовности овощей примерно полчаса. Рыбу я разделала, верну ее в суп. Это рыбная уха, одно из самых популярных блюд в Венгрии. Но на привычную нам уху она очень мало похожа. В халасли очень интересно сочетаются рыба с томатами и паприкой. Чем-то даже похоже на солянку.